17-й, уже на третьем. Прием. Третий, я 17-й. Слушаю вас. 17-й. Необходимо взять высоту 347 и перекрыть огнем перевал. Как поняли меня? Прием. Скалы крутой злоб, небо в лохмотья рвет, вверх вершок за вершком сбирается альпийский взвод. Сердце стучит в висках, жилы как струны звенят. Спрятаться в облаках — задача у связки солдат. Мы как один организм, канат как нервная связь, душою тянемся вниз, но вверх твердит нам приказ. Мы оседлаем скалу, как нам комбат приказал. Ребятки, взять высоту и перекрыть перевал. Высота, высота. Облака под рукой, но с соседней скалы снайпера бьют в меня по прямой. Братишка, с кем я делил последний глоток воды, грудью своей прикрыл камни той высоты. Это наша земля, отсюда мы не уйдем. Жаль, что огнем и мечом строим себе здесь дом. Мы как один организм, канат как нервная связь, душою тянемся вниз, но вверх твердит нам приказ. Мы оседлаем скалу, как нам комбат приказал. Взять высоту и перекрыть перевал. Высота! Высота! Облака под рукой! С соседней скалы снайпера бьют в меня по прямой.